Всем привет, дорогие друзья, это Сова. Мы продолжаем с вами играть в Дробилинс и делать всякое. Короче, я своих ребят отправил на поиски приключений. Они должны найти и уничтожить всех оставшихся зомби. По крайней мере, я очень сильно надеюсь, что так оно и будет. А пока они занимаются этими вещами, мы сейчас попробуем... Так, рудник. Так, рудник на 320. Так, отлично. Рудничек шел на 320 есть. Мне надо сделать 2000. И для этого все средства, как говорится, хороши. Так, что там происходит? Сейчас нам, по идее, начнут давать дохрена золота. Это же золотой рудник, в конце концов. Так, давайте-ка мы не будем распаряться немножко. Да, нам нужно дойти, короче, до вот этого золотого рудника. Да, вот этого золотого рудника нам надо прям конкретно дойти. Здесь еще рудник с железом для того, чтобы мы могли клепать солдат, очевидно. Я думаю, что, наверное, такая подоплека его наличия здесь. Так, мы потихоньку продвигаемся в его сторону. Так, и численность населения мне еще надо сделать. Тоже немаловажный момент. Так, еще мне нужна вот такая штука здесь. И все остальное мне тупо надо заставлять палатками. Так, давайте мы этот рудник захватим и зачистим. Так, здесь мы как раз кое-что встретим. Так, теперь я вас отправляю на охоту. Так, давайте идите охотитесь. Так, нам дали золото. Так, нам дали золото, это очень хорошо. Это значит, что мы сейчас можем на это золото подойти, собственно, вот к этому руднику поближе. Так, хоп. И, допустим, хоп. Угу. Так, ладно, мы идем к руднику потихонечку. Сейчас у нас будет получше с приходом золота. Нам нужно, собственно, сделать, чтобы приход золота у нас был 2000. Так, 2000 приход золота. Так, сейчас мы на все бабки себе немножечко дочислим населенница. Населенница нам очень сильно нужно тоже, для того, чтобы все было хорошо. Так, здесь на семеру, короче, сейчас делаем. Надеюсь, что этого отряда мне хватит, и я делаю это не зря. Так. Так, мне надо собрать вот это вот железо. Так, продолжаем. Продолжаем. Так, и на это железо. И плюс вот эти штуки мне надо клепануть. Да, клепанул вообще пипец. От души просто. Клепанул, даже не знаю, как куда, блин, бечь теперь. Вот такого. Так, 14. 12. 6, хотя можно было сделать и лучше. Ну ладно. Так, и сюда мы, короче, идем. И очень сильно будем надеяться на то, что нас здесь не порежут. Так, еще, короче, таких товарищей. Так, опять золото закончилось. Так, больше таких солдат, они, в принципе, лишними никогда не будут. Так, на рудник нам, собственно, не хватает золота. Так. Так, нам теперь нужно золото. Так, еще на 280 мы можем здесь рудничок захреначить. Так, ну я так понимаю, что мне надо просто захватить тупо все рудники. В общем, это было бы логично, если бы это было действительно так. Так, мне нужны еще такие солдатики. Так, мне, в принципе, можно, чтобы сделать много таких солдатиков, мне, в общем-то, можно сюда продвигаться дальше. И вот сюда, и наверх. И вот туда мне, в принципе, не надо продвигаться вроде как. Так, давайте, ребят, идите охотьтесь. Охотись, по факту, практически все уже захватили. Осталось чутка. Так, осталось чутка. И раз уж у нас так все поперло по деньгам, мы сейчас большую баллисту исследуем. Так, давайте-ка вы сходите реально захватите вот эту шахту. Я надеюсь, что вы ее захватите. Так, давайте вот здесь вот скопитесь, так, и мы к вам еще дополнительно отправим вот этих вот ребят. Тоже пусть они к вам дойдут.
Я надеюсь, что они к вам дойдут. Не, ну что-то мне кажется, я уже что-то начинаю сомневаться, что они к ним дойдут. Так, надо, наверное, к ним все-таки навстречу выйти. Хотя хрен его знает, может, что дойдут, заодно качнутся, причем очень хорошо. Ну да, это в основном медленные зомби. Так, ладно, я тогда вас просто на хантинг отправляю. Занимайтесь охотами в промышленных масштабах. Так, могу ли я сразу заказать несколько? Нет, не могу. Так, если я не могу заказать несколько сразу, тогда я могу сразу заказать несколько вот здесь. Так, плюс мне надо нахреначить еще тонну палаток. Я всерьез хочу попробовать до 44-го дня что-то сделать, но у меня не получится. Потому что мне еще надо сходить захватить вот здесь вот все. А у меня просто тупо нет на это технологической возможности. Плюс мне еще надо вон ту нижнюю шахту забрать. Которую я тоже как бы забрать пока не могу. Так, куда вы побежали? А, окей. Так, они, короче, просто тупо к ближайшим целям бегают. У них нет какой-то ярко выраженной другой модели, просто ближайшие цели. Так, и день 39. Нет, все-таки мне придется отбиться еще от одной волны. Хотя я, конечно, очень бы не хотел, чтобы это было возможным, но придется. Так, тогда мне нужен еще рудник. Здесь вот рудничок со сталью сделаем. Так, ребят, их там очень много. Их там очень много, поэтому давайте-ка. Просто трындец, как их там много. У них там гнездо, походу. Так, давайте тоже приступайте к процессу. Так, все, давайте я вас туда отправляю. Так, пока вы меня туда идете. Блин, день 40-й. У нас 500 человек. Но у нас нету 2000 этого самого золота инкама. А можем ли мы его гипотетически сделать за это, блин, время? Просто реально очень не хочется этот самый еще одну волну отбивать. Прям вообще не хочется. Может, у меня и получится, кстати. Ну, не знаю, наверное, вряд ли. Так, охотчьи домики. Давайте тогда пока на паузу поставим. Чтобы у нас получилось, надо пока попробовать сделать все более-менее размеренно. Так, на 16. На 10. Так, на 11. Мне нужно очень много домов. Так, мне нужно очень много домов. На 9. Везде, где, короче, я могу сделать дома, надо их делать. Так, на 6. Так, на 19. Так, на 19. Здесь, короче, надо еще сюда продвинуться дальше. Так, здесь могу на 22 сделать дом и на 6 еще. Даже на 6, короче, делаем. На 20, на 22. Слушайте, ну по количеству домов-то я, может быть, даже и пройду. Останется только пройти по количеству денег. Так, по количеству денег, ну не знаю. Посмотрим сейчас. Так, сейчас мои ребята пойдут там все вычистят. Так, и мы практически приблизимся очень серьезно к этой шахте. Так, ладно, приближаемся. Приближаемся здесь. Так, и мне надо еще как-то будет приблизиться к шахте, которая внизу. Наверное, вот отсюда к ней надо будет приближаться. Баленство. Так, а есть... Свободные юниты. Есть свободные юниты. Так, идите сюда. Не хватало только еще всрать из-за каких-то этих уродов. Так, все, нормально, да, у вас все? Так, хорошо. Значит, это они сейчас у нас забирают полностью. Так, забирают полностью, отлично.
Так, давайте. Еще чуть-чуть забираю. Так, и они, по идее, сейчас мутанутся к нижней этой. У нас день 41. Может быть, мы даже успеем. Может быть. Конечно, вероятность этого крайне низка, что мы успеем. Но мы будем очень сильно пробовать. Плюс 1200, нам нужно 2000 инкамы сделать. Что ты там делаешь, господи? Так, точно никого нет? Точно никого нет? Нормально. Так, золотишко еще собрали. Так, продолжаем тогда. А может быть, мы даже под волной сделаем? Мы можем сделать под волной же? Какая нам, в общем-то, разница, под волной или нет? Так, все, они, короче, нашли себе последнюю цель, которую они в данный момент и продвигаются. Так, у нас теперь энергии нет. Блин. Так. У нас теперь нет энергии. Так, делаем энергию, короче, на все бабки. Древесина, да. Так, 500 человек, а нужно 700? Нужно 700. Хм. Блин, даже не знаю. Даже не знаю, получится это или нет. Так, произведемся пока еще таких вот ребят. Пусть они у нас пока производятся. Так, куда вы побежали? Так, произведемся таких ребят. И нам теперь нужен гребаный рудник. Энергия 4 нам нужна на гребаный рудник. Угу. Так, здесь у них, короче, прям гнездо. Так, энергия 4. Так, есть такое дело. Так, еще 290. А что у меня инкам упал? Подожди. Расход на рабочих, расход на войско 77. А на каких нахрен рабочих? Блин, здесь еще такая фигня. Я что-то даже как-то не обратил на это внимания. Да, довольно любопытная игра, согласен. Такая странная. Вот в этом плане. Так, день 42. Ну не успею я до дня 44 сделать то, что мне нужно. Не успею. Если только бы я пошел сразу туда, не зачищая больше ничего. Но тогда на меня могли бы просто тупо напасть. Так, давайте дальше. Хорошо, продолжаем тогда с охотничьими домиками. На пятеру. Так, на пятеру. На 12. На 9. Пока они будут идти ломать мою базу, может быть, я даже успею сделать то, что мне нужно сделать. Так, ну-ка. Такая гоночка со временем у нас получится небольшая. И может быть даже интересное. Так, мне, короче, вот отсюда надо будет заходить. Так, чтобы подойти отсюда, мне надо будет вот такую вот штуку тут. Так, давайте, ребят, быстро дочищаемся здесь. Быстро дочищаемся здесь. Так, могу ли я сделать, может быть, что-то еще по рыбке здесь, например? Не, по рыбке, походу, не могу сделать больше. Так, а здесь могу по рыбке сделать с другой стороны? О, ну 18 по рыбке, 18 по рыбке. Так, и все, 500 человек. 800 я, скорее всего, доберу. 800 я, скорее всего, доберу. Вопрос теперь просто тупо в золоте. Так, все. Они нашли, они сейчас найдут себе последнюю цель, но день 43. Цель-то они найдут, конечно. Короче, будем пробовать. Будем пробовать отсюда как-то выйти. Не знаю, конечно, как. Так, чтобы ничего больше не делать. Так, building completed. Это значит, что мы можем забахать еще домов. Так, забахаемся еще домов. Так, и они идут как раз куда нам надо. Но день 43, сейчас будет день 44, останется у нас буквально там чуть-чуть. Хрен да ни хрена. Так, нам надо идти сразу на золотую шахту. Никуда не размениваемся, идем сразу к золотой шахте. Золотая шахта у нас вот. Так, орда направляется к поселению с востока. Опять с востока. Хм, интересно. Интересно. Так, у нас 720 человек. Мы не укладываемся только по золоту.
Так, с востока они могут направляться откуда угодно, на самом деле. Так, ну мы, допустим, можем их просто тупо поддержать войсками. И как раз, когда войска начнут умирать, у нас увеличится приход золота. Хитроумнейший план, мне кажется. Вопрос только конкретно, откуда они придут. Я на самом деле думаю, что не отсюда. Мы сейчас, конечно, все вот это вот дело заставим. Но я думаю, что они по закону подлости должны вот отсюда будут прийти. Хотя, может, и отсюда, но это не критично. Так, мы выполнили, короче, численность населения есть. Так, теперь мне осталось возвести вот здесь вот шахту. А почему не идет строительство? А, не идет строительство, потому что у меня пауза стоит, да. Древесина, так. Мне надо возвести здесь шахту и попробовать, блин, на этом выиграть, я не знаю даже. Так, вы идете сюда, а вы идете сюда, и мы попробуем. Так, если они пойдут отсюда, то мы попробуем их задержать. Нам их надо задержать до того момента, 7 часов, когда у нас построится здесь шахта. Потому что, по идее, когда она построится, мы даже, может быть, выиграем сразу. У нас же нет здесь сопротивляйтесь всем... Да, сопротивляться всем волнам зомби здесь нет, то есть мне не нужно их все победить. Так, вопрос, могу ли я построить здесь рудник. Блять, не могу, что ли? Блин, рудник на 320. Рудник на 320, но я не могу здесь построить, потому что мне нужна еще одна такая штука. Так, мне надо как-то, короче говоря, пережить. Это если они пойдут оттуда. Если они пойдут отсюда... Так, ладно. 3 часа. 2 часа. Ой, рискованно, ребята. Так, они идут. Так, откуда они идут, не пойму. Откуда они идут? Что это за место такое? Так, что-то я пока не понимаю, откуда они идут. Но они идут явно не отсюда. Так, ладно, бегите сюда. Блин, у нас половина построилась только. У нас построилась только половина. Надо держаться. Надо держаться, чтобы не упустить население и не упустить все остальное. Нет, оттуда они, да, идут? Снизу. Нет, походу они идут снизу все-таки. Так, ну хорошо, идите сюда тогда. Или не снизу. Я не понимаю, откуда они идут. Так, нет, походу они все-таки идут снизу и сейчас придут вот здесь. Так, ладно, раз они придут вот здесь, то мы даже продержим. Только я, блин, все дерево потратил только что. Так, отменить. Мне нужно дерево на рудник. Мне нужно дерево, сука, на рудник. На рудник нужно дерево, которое сейчас прям очень сильно будет нужно прям. Так, если они пойдут реально отсюда, то, короче, вот так вот надо встать. Так, кого-то надо посадить еще сюда. Так, построилось. Так, построилось. Рудник на 320. Мы проходим. Ну, в любом случае, проходим. Осталось только дождаться, чтобы он построился. Ух! Так. Так, ладно. Нам надо держаться. Надо держаться по максимуму. Короче, ни шагу, сука, назад. Нам надо дождаться того, чтобы у нас построился рудник. Рудник уже частично построился. Так, при этом, чтобы у нас не просело население. То есть мы не можем отдавать дома. Ну, вообще похер, как здесь все будет располагаться. Главное их задержать просто. Даже если мы там начнем дохнуть, это уже ничего не решает. Потому что либо мы победим, либо нет. Тут уже как бы без вариантов. Так, где ты, сука, рудник? Ты там строишься, нет? Так. Вот так вот, короче, запираем их. Так, плюс 746. Так, они должны у меня немножко умереть для того, чтобы инкам сработал. Мне их нужно даже слить. Хе-хе-хе-хе. Есть. Так, отлично, ребята. Мы прошли это. Мы это сделали. Это была хитроумная хрень. Главное, что не пришлось отбиваться от этого говна.
Так, земли великанов какие-то здесь у нас открываются. Так, здесь очень холодная погода. Требуется на 30% больше энергии. Уничтожить надо всех зомби и сделать численность населения 1000. Так. Ну, может быть, даже сначала, перед тем, как мы это сделаем, мы пойдем, когда-нибудь нападем сюда, может быть. Блин, земли великанов. Я хрен узнать насчет земель великанов. Или вообще вот сюда. В общем, не знаю. Ладно, на следующий раз тогда решим. На сегодня я с вами прощаюсь. Увидимся в следующей серии.